чем дело? Мы любители русского языка. О, это очень интересно. Я ведь все знаю про русский язык. Русского языка нет. Собственно, в русском языке ведь очень мало русских слов. Вот матершина, хамство всякое. Кстати, хам — это тоже не русское слово. Но хамство — явление типично русское. Кто такие русские и откуда они взялись? Непонятно. Ведь были татары, были варяги, мордва, черемисы, и получился компот, коктейль. Кстати, компот и коктейль тоже не русские слова. Нет, что вы хотите, если русский народ придумывает героям своих сказок Ивана-дурака? Народ должен знать свою историю. Если он не знает своего прошлого, он умирает и превращается просто в население, в толпу.